У меня есть бумага на одно правонарушение, но стоит ли ее тратить на женщину Давно с был на бородой? свадьбе последний раз? Я не верю в то, что это свадьба девочка, это то, что действительно объединяет людей. Это же некое еще и церковное таинство. Поэтому я не верю в свадьбы. Главное весело провести время. Мне бы хотелось просто посмотреть на людей, которые здесь, возможно, пригласить их в наш центр. Посмотрим. А, тут церковь недалеко, походу мы туда ехали. Боже. Милость свадьбы! Да, этот путь под венец не такой простой, как кажется. Да тут половина города водить не умеет, по-моему. Да как проехать у нас из корпуса? Ну, гады, а? Мария, кошмар. Кстати, у меня там произошел небольшой инцидент с репортером этим азиатским, я потом, может, тебе расскажу. Ну, его в любом случае стоило бы поколотить. Мужчина, вы можете аккуратнее ходить? Куда вы бежите? Бля, надо было надувную куклу. Если бы я знал, что бородатая женщина, виновница торжества, я бы достал пистолет из надувной куклы. Да ну-ка давай идем, ты теперь рядом со мной ходишь. Джен, солнышко, ты слышишь меня? Видимо, нет. И я тоже мало кого слышу. Она говорит вообще, нет? Я не слышу. Я вообще ничего не понимаю, не вижу, не слышу. Джен, не слышишь меня, Джен? Скажите, Джен, чтоб за мной шла. Джи, тебе надо идти за женихом. Он да, говорит, слушай. Я за невестой поеду, где невеста? Мы возле церкви. Николь, слушай, она, кажется, бороду сбрила. Так, ты слушайте все меня внимательно. Или нет? Я-то девушка, нет, которая будет проводить эту свадьбу, я залезла на машину начальницы невесты. Да, как-то так. Начальница невест? Ну да, в принципе, это так. В общем, у кого есть подарки, кто не жлопа, не тварь, кладите на тот первый лимузин. Деньги, подарки и все самое остальное, что вы хотите подарить нашим молодоженам. Давайте, давайте, все кармашки выворачиваем и кладем. Ой, я говорю, давай. Дерево у вас красивое, за спиной такое стоит. Вы будете. Давай, куда подарки? Доктор, врач. Первый лимузин. Ой, а кто не сбрать? А тебя тут лимузин не надо? Врачи здесь, ребята, пойти. Врачи здесь, врачи здесь. Врачи, неплохо, доктор. Подарю дрель. Так плохо. Здравствуйте. Дрель вещь универсальная, можно делать все, что угодно. Сэр, сэр, не толкайтесь, пожалуйста. Вот да. Ой, да. Ну часто стучите сильно. Трахокардия. О, Биба, это вы? Да, он, спасибо за подписку. Где вы взяли этот шарик? Эй. А вы симпатичный доктор. В магазине работе, да? Ой, вы тоже симпатичный. Я Можно я просто положу его доктор. К себе в рот? Эй, Британ, без этого я жалею. Либо я плохо вас слышу. Я не силен в этом всем. А я найду священника, Маша. Аарон, это ты? Это я, да. Ё-моё, всё здесь. Господи, Аарон, я видел. Ой, как много такое? Людей. Слушай, Роберт, ты оживил свою помощницу? Господи. Угу, неудобно ходить в этой Сочи. Вендел, поздравляю вас. Поздравляю вас. Спасибо, док, вообще. Так от вас приятно слышать. Да, сэр, как вы? Вы замечательная пара, я надеюсь, у вас всё сложится. Да, да, вы просто... Отойдём, отойдём. Просто как на картине. Вашу жизнь, чтобы... Ухо, а что вы, а? Счастья вам, самого здорового счастья. Рахел, отойдем на секунду. Хишки! Игрой, хишки! Ой, господи, не кляп, а плетку.
Да, а, да, я ее купил заново, конечно. Раз-два, спасибо за присоединение.